Лидирующие в Суперлиге коммунисты на правах действующих чемпионов России уже в следующем месяце попробуют со второй попытки взломать Лигу чемпионов. Напомним, в дебютном для себя розыгрыше турнира команда Бесо Заидзе заняла третье место и в новом евросезоне полна решимости стать лучшей на просторах Старого Света. Аналогичные амбиции имеет и вице-чемпион страны «Газпром Югра», который уже выигрывал главный футзальный Еврокубок в 2016 году. Оба российских клуба вступят в борьбу за трофей, который, кстати говоря, будет разыгран в новом формате на стадии 1/16 финала. Соперником КПРФ будет словацкая команда «Лучинец», а югорчане сыграют с командой «Салинес» из Боснии и Герцеговины.